Из бывшего совхоза «Енисей» незаконно уволили работников. Об этом рассказал директор городского центра занятости Иван Чуприна. За последние несколько недель в службу занятости с предприятия, которое сейчас находится в стадии банкротства, пришли около двух десятков уволенных работников. Людям не выплатили заработную плату и положенные пособия. Кроме того, документов о готовящихся массовых увольнениях в городской центр занятости от нынешнего руководства предприятия не поступало, что по закону сделать необходимо, чтобы муниципалитет смог заранее разработать программы и меры поддержки уволенных работников. Я ему говорю, так и так, вы правы. Мы зарегистрированы в Емельяновском районе, и мы туда подали все это дело. Я говорю, извините, люди-то находятся за то, а по закону, если будет сокращение, должны быть, и тем более массовое сокращение у них получается, должны быть согласованы мероприятия, разработанные вместе с нами, так, согласованы нашим городским советом и председателем или главой администрации города. Так, мы должны эти мероприятия сдать в правительство края. Как отметил Иван Чуприна, если бы увольнение происходило по закону, работники бывшего совхоза «Енисей» могли бы получать ежемесячное денежное пособие на уровне средней заработной платы. В данном случае их лишили и этого. Многие от безысходности встали на учет в центр занятости, но на пособие по безработице они имеют право только через полгода. Оставшиеся без работы люди не знают, как жить дальше. Ну, работали мы до 6 августа. 6 августа нас всех уволили в связи с ликвидацией производства. Вот так что сейчас остались мы без работы, без ничего. Ну, на бирже стоим. На биржу встали, но платить нам, конечно, не будут. И расчет не выплатили еще. Вот что дальше будет, мы не знаем еще. Специалисты центра занятости написали письма в прокуратуру и правительство Красноярского края. Люди, в свою очередь, готовят документы в суд.